Когда-то меня сагитировали, вот, подключиться интернет и телевидение к Билайну подключиться, через Билайн. Поставщик услуг у меня Билайн. Вот, я все на свете проклял, когда с ними связался. Значит, вот такая картинка примерно, ну не совсем такая, у них разные картинки. Что-что с дизайном у них нормально. Вот, вот такие вещи, когда, допустим, вот, да, слышен звук, а нет трансляции, когда напрочь отсутствует просто интернет, бывает день, бывает два. Вот, однажды было что-то на Новый год, дня три, по-моему. Представляете, на Новый год, да, у них пропал, у меня пропал интернет. Видите ли, у них там что-то оборудование какое-то сломалось. Единственное, что в Билайне хорошо работает, это сообщение они присылают о том, что такого-то числа, допустим, в 16:42, они минуту даже указывают, закончится ваш платеж, и вам необходимо оплатить такую-то сумму, иначе вы после 42 минут вас отключат от этой услуги. То есть я там лет 8 им плачу исправно деньги, все, и они не видят во мне серьезного, значит, клиента, да, и если вот я 5 минут там просрочу, то все, мне доступ ни к интернету, ни к телевидению не будет. Вот это единственное, что в Билайне здорово работает. Все остальное, ребята, я вам не советую. Не связывайтесь. Говно компания. Причем они еще звонят мне каждый месяц, где-то было вот полгода назад, каждый месяц звонили. Вы наш этот клиент, да? У вас телевидение, интернет. Давайте мы ваш номер, ваши номера телефонов переведем тоже на Билайн. Я говорю, мне зачем надо? У меня больше 10 лет там один и тот же номер, допустим, а второй корпоративный. Зачем мне надо? Они говорят, ну мы вам это сделаем, номер этот же сохраним, а все сделаем. И причем это все совершенно бесплатно. Не верьте, ребята, чему-чему, вот этому Билайну вообще не верьте. Говно компания.